Приветствую всех на канале Сами с Усами. Сегодня у нас будет видосик чисто по мотоциклам в 18 масштабе. Все они от Маиста. Все новенькие, все в упаковочке. Просто я уже их отколупал. Сделал я нехитрое движение. И вот 12 мотоциклов разных будут сейчас вам показаны. Сейчас я быстренько их достану из вот этой скрипучки, чтоб не шуршать. Поехали! Ну и приступим. Первый представитель, Красач. Вот такой вот красавчик. У нас пластик-металл. Зеленая часть это с белым металл. Бак-металл. Все остальное пластмасс, шина, резина. Сделано классно. Движочек, конечно, очень простенький. Но выглядит все равно зачетно. Представитель номер два. Здесь побольше, я так понимаю, пластика. Выглядит очень шикарно. Жалко, что черный цвет на камере. У меня как-то все детали сплывается. Здесь очень много мелких выступающих элементов. Выглядит просто изумительно. Единственное, что я у него сейчас, когда вытащил, сделал, руль поставил на место, он стоял сикось-накось. Вот это был минус. Благо, что у них вот эти колесные шпильки не заклепаны, как... Вернее, правильно сказать, не расклепаны, как везде. Вот, кстати, как на вот этом. Давайте покажу, чтобы понимать, о чем речь. Видите, как она расклепана. То есть фиг оттуда вытащишь эту штуку. А здесь она стоит в форме, как колесная ось. То есть ее можно оттуда выдавить, просто вытащить колесо. И из-под крыла там стоит винт. Можно было открутить руль, поставить правильно и закрутить заново. Поэтому проблем особых не возникло. Блин, мотак вообще просто шикарный. Еще один спорт. Почему нет зеркала? Вот не могу понять, что за фигня. Кто знает, напишите в комментарии. Многим явно понравится представитель Дукати. Как он правильно называется, то ли мотоцикл эти Street Bike, то ли как-то в этом духе. Я по названиям не знаток, но мотоцикл мне нравится. Все Маиста, как уже говорил. Класс. Такие защиты огромные, опять же, для рук, для кистей. Но опять же, зеркал нету. Ну, хотя на вот этом мотоцикле я еще могу понять, что зеркал не надо. Так, очередной спорт. Я так понимаю, что я их большую часть, наверное, купил из серии, но не факт. Не знаю, сколько их штук всего. Выхлоп классно сделан в том, что он не чисто хромированный, а он еще прокрашен черным, матовым, и выглядит это просто крутейше. И, кстати, у меня на нем, да, вот есть косяк по стеклу, не знаю что, ну, трогать не буду. Вроде на пыль не похоже, вот здесь какое-то помутнение небольшое. Классная Yamaha. Сидушка только у него странная, ну, блин. Так, наверное, может, в реале у него есть. Выглядит как табуретка, верхняя часть от табуретки. Очередной шедевр от Ducati. Вот такой вот красавец. Выглядит как бульдог, как будто такой сгруппированный пес, который готов ринуться. Чумовой выхлоп. По двиглу, вот что мне не нравится, двигатель весь просто, он блеклый, черный по черному, его фактически не видно. Но в целом мотак выглядит просто шикарно. Так, еще один спорт. Не знаю, они все классные. Все по-своему классные. Кстати, он, наверное, единственный будет из всех, у кого есть зеркала.
Ну и, кажется, последний представитель Дукати на сегодня. Вот такой вот старичок. Классный. Ничего лишнего. Но опять же по двигателю. Вопрос опять же по двигателю. Он опять же черный по черному. Многие элементы просто теряются. Особенно вот когда на камеру смотришь, то кажется он такой бледным. Можно разобрать. Все это дело подкрасить. И будет выглядеть совсем по-другому. Но с этим, конечно, придется тогда повозиться. Ну, из всех данный мотоцикл самый тяжелый. Я так понимаю, что здесь металл-металл. Весь двигатель полностью металлический. Весит мотоцикл вот несравнимо больше, чем все остальные. Не знаю, почему именно эта модель так сделана. Но он очень тяжелый. Ну и опять же, он однотонно черный. В этом, конечно, минус. То, что все черное с черным сливается. Но, как всегда, для тех, кто только мягко работает. Для всех тех, кто готов чуть-чуть потрудиться, мотоцикл, конечно, шикарный. Кстати, если не ошибаюсь, он у меня и будет тоже, их несколько штук будет в продаже. Так, последний спорт на сегодня. В черном цвете. Интересно, сколько их всего цветов? Ну, я не акцентируюсь на марке мотоцикла, а именно просто вот цветовой гаммы схожие. Получается, что у меня есть черный, красный, желтый с красным, синий с белым. Вот у нас уже 11-й мотоцикл на сегодня. Расцветка классная, опять же, на камеру передается не очень. Но мне нравится то, что хотя бы с черного переход есть в серебро и в матовый черный. Это уже акцентики, это уже здорово. Блин, класс. Они все крутые. Все по-своему крутые. Все само собой на любителя, но все же. Ну и BMW завершит сегодняшнюю программу показа мотоциклов от Маиста. Вот такой вот классный мотоцикл. Я, кстати, в реале такие видел неоднократно. С них часто делают таких типа туристов. Нагружают их и гоняют по межгороду. Люди, которые себе могут это позволить. Покатушки. Забавная техника. Очень забавная. Ну и давайте посмотрим то, что я готов предложить своим подписчикам. На сайтике у меня будут два вот таких вот красавца. Кстати, ссылка на сайт будет в описании под видео. Да, распаковывать не буду, прям буду так вот в упаковке. Два будет вот таких вот красавца. Это, кстати, вот эти мотоциклы, в которых до чертиков металла, и по двигателю нужно чуть-чуть подумать. Ну, либо не трогать. Еще два. Два япошки. Блин, они шикарные. Ну и, к сожалению, смог я купить только один вот такой еще напоследочек Дугати. Всем, кому понравился видосик, не забываем поддержать вот таким огроменным пальцем вверх. Обязательно писать комментарий под видео, какой из крутейших мотоциклов вам понравился больше всего. Всем спасибо, пока. Ну и жду я любителей байков у себя на сайте. Всем спасибо. Пока-пока. Кстати, скоро будет видосик по новым машинкам, которые я смог вымутить. Пока-пока. Ну и давайте быстренько пробежимся, посмотрим, что же вы увидите в следующем видосе. Porsche. Merz. Merz. Cooper. Porsche. Еще один Porsche. Pagani. Ламба, жучара, ну, кое-что покрупнее и многое другое. В общем, видосик будет интересным, так что не забываем посмотреть. Всем пока-пока. Масштабик 24.